Guatica Project — это не совсем группа. Скорее, это содружество людей, говорящих на разных языках, но объединенных единым пониманием музыки и одним энергетическим потоком. Эти счастливые люди как будто прилетели с другой планеты, а заодно прихватили свой новый клип на песню «Опера». Что такое Guatica Creative Lab, как распределять энергетические потоки, чувствовать вибрации и смотреть на мир чужими глазами? Лаборатория Guatica на сегодняшний день имеет около 8 проектов с разными людьми. Мы работаем по проектам. У нас нет постоянного состава. Когда-то мы начинали с проекта «Элефанк» и очень быстро поняли, что рамки проекта, рамки бэнда становятся тесны. То есть хотелось работать просто сразу со всеми музыкантами. Хотелось и это, и то. И чтобы элементы и джаза были, чтобы элементы транса были, психоделики, и рока, и блюза, и африканской музыки. И все это происходит достаточно просто погулять по северному Гоа и в кафешках, которые стоят на пляжах, можно услышать уникальные вещи. Гоа – это как бы трансовое место, откуда как бы транс-культура и пошла. И налицо сходство между трансовым движением и структурой индийской классической музыки. Мы работали с разными музыкантами, с индийскими музыкантами, а также не только с индийскими музыкантами, но и те, которым культура – это интересно. Когда происходит джем, мы не знаем имен иногда людей, мы не знаем, откуда человек пришел. Мы знакомимся прямо на сцене. И здесь происходит знакомство музыкальное. Все дело в вибрации, в чувстве музыки. То есть, если кто-то не чувствует этого, то он как бы и не участвует в проекте. Да? Если неважно какого-то уровня, главное твое видение и чувство музыки. Поэтому у нас не бэнд, поэтому у нас лаборатория, чтобы была возможность запитывать с энергетикой, получать новые знания, развиваться. Песня родилась во время очередного нашего джема. Идея пришла из вечных вопросов. Что есть реальность? Ведь все, что я вижу и представляю, мое мировосприятие. So I have this kind of phantasm to make a travel было бы even круто for few посмотреть hours, на все чужими глазами in the mind of someone else and to have this ability and to see through some other eyes. Возможно, тебе это дерево кажется совсем другим. И в песне у меня есть такая возможность. Same, по сюжету я путешественник в сознании другого whatever. Человека. I think that the hand of the clip, я думаю, что конец клипа – это как знак вопроса. Кто-то думает, что я убил эту девушку. Мне хочется надеяться, что нет. Мы не знаем, чем все закончилось. Каждый додумывает сам. Так лучше. Для меня лучшие слова для описания нашей музыки – энергия и чувства. Мы все из разных культур, разных стран и разных музыкальных жанров. Все мы открыты для экспериментов, и по мне главное поймать здесь и сейчас. Потому что ничего никогда не повторяется. Атмосфера и энергия жизни. Вот что такое Guatica Creative Lab. Thank you.
Forget the time.